Приветствую вас, аноним. Знаете, несколько смущает ваш вопрос относительно оценки, потому что психологи, наверное, не занимаются оценкой чего-либо. Это, как мне кажется, не совсем про психологию. Вот, мне кажется, что вам какое-то нужно мнение со стороны, потому что, вероятно, вы не доверяете сами себе, да, и не можете принять какое-то решение в этой ситуации. И хотите, чтобы психологи вам помогли в данном случае. Но мне кажется, что было бы не совсем этично давать какую-то оценку. Потому что, ну, мне видится, например, лично мне видится, что и у вас, и у мужчины есть определенные проблемы, да. В частности, например, вы оба вот в какой-то степени, наверное, боитесь близости, вы оба с трудом идете на контакт. Вот, и основной момент, который я мог бы выделить здесь, это момент того, что мужчина пытается вас как-то использовать, вот, пытается вами как-то манипулировать, у него это не получается. Ну, по разным причинам, неважно сейчас, почему вы это чувствуете, и, соответственно, как бы он понимает, что вы это чувствуете, и всё. Общение дальше не идет, это, в принципе, вполне нормально, да, вполне логично, вполне закономерно. Вот. Я думаю, что он и вы не готовы к отношениям. Вот к таким, я бы сказал, знаете, ну, к таким серьезным прям отношениям, да. Ни вы, ни он не готов. Мне так видится. Мне так кажется. Почему я так считаю? Потому что мне кажется, что вы оба не видите друг в друге личности. Мне кажется, что вы оба видите друг в друге только тех, кто так или иначе должен, ну, какие-то вот ваши потребности удовлетворить, какие-то ваши желания удовлетворить и так далее. И чисто внешне, чисто со стороны это выглядит так, что вы ну, никак не можете определиться, какие вам нужны отношения.
Вот. То есть вам, ну, нужны отношения серьезные, например. Или вам нужны отношения не серьезные. Вот. Такая вот история. И это ключевой момент. На который я хотел бы обратить ваше внимание. Вот то, что я могу вам сейчас на данный момент сказать. В принципе, наверное, это все, что пока что очевидно из вашего текста. Я бы вам рекомендовал бы больше доверять себе, потому что сейчас есть такое ощущение, что вы себе не доверяете. Сейчас есть такое вот чувство, что вы не можете себе доверять. Ну, тем не менее, это решается. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго.